Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Давайте поиграем в Лигу Хаоса. Но для начала мы откроем с вами тостеры и посмотрим, какие карты нам выпадут. Да, ничего хорошего, если честно. Давайте здесь глянем. Ага, ниндзя. Да, как-то не айс. Совсем нехорошо все. Да не буду я ничего смотреть. Так, марсиане и сундук с сокровищами, елки-палки. Да, не особо-то меня порадовало. Ну что ж, давайте тогда приступим с вами к бою. Сейчас активируем только один из тостеров. Ну и попробуем поиграть. Как вы знаете, мы на новой лиге с вами. Так что здесь все совсем по-другому. И другие уже войны будут у нас. Сейчас, короче, мы все с вами увидим. Ну давай, не томи. Че так долго рассчитываешь время ожидания-то, а? Ух, как говорится, была не была. Киото. Так, что мне тут дадут? Дали домик с птичками. Хорошо. Опа, ух ты! Это что-то новенькое, ребята. Бомбанул так бомбанул, называется. Так, а это у него ракетчик, ребята, вот что. Ага, вызвал он, значит, циклопа. Ну, на циклопа у нас есть расправа. О-хо-хо-хо. Давайте еще птичек с вами вызовем, наверное. Отлично. Надо как-то, блин, выживать. Ума, правда, не приложу как, но будем стараться. Так, пришельцы. Отлично. Оу. Быстро он, конечно, тут меня распинал. То, что, конечно, здесь у него вот эти вот взрывчики, которые взрывают, это плохо. Ладно, будем смотреть, что у нас дальше будет выходить. Давайте-ка вот так сделаем. Ну-ка, стрелки, расправьтесь с этими марсианами. Замечательно. Ну, давайте, давайте, башню замочите эту. Чуть-чуть не хватает. Вот сейчас Ван Хельсинг ее замочит. Замочили. Так, давайте еще птичек вызовем. И домик. С пиратами, естественно. Так, еще позовем стрелков. Так, не будем мы пока тратить. Ну, птички, ну давайте, ну. Уничтожьте сундук, я Минотавра вызову. Так, все, Минотавр у меня готов, и он бежит. Ну что, в принципе, победа за нами, ребята. Как вы это сами прекрасно видите. Все у нас получилось и довольно хорошо. Давайте, добейте, добейте, добейте. Отлично. Успели мы добить базу. Плюс 26 получили кубков. И этот золотой тостер. Довольно неплохо, я считаю. Так, ну что же,
продолжим, наверное, да, с вами? Так, опять что-то тут со связью, я смотрю. Да, не могу почему-то я в бой войти. Да, я, наверное, оставлю эту колоду. Будем пробовать ей играть. Потому что других пока у меня юнитов нету из новой деки, так скажем. Надо зарабатывать. Ну, была не была. Так. Что нам сейчас дадут? Какие карты в руку? От них мы уже будем плясать. Мне, конечно, надо желательно домики. Есть. Отлично. Это уже хорошо. Смотрите, что он сделал, а? Давайте... А, нет, не получится, ребят, не получится. Но ядром мы сейчас это все снесем. Так, он там еще птичек поставил, да? Хорошо. Давайте вызовем Ван Хельсинга. И тоже поставим птичек. Так, а теперь вот этих вот наших подрывников. Следующий у нас будет домик пиратов опять. Ну и естественно... Так, подожди. Это барахло надо уничтожить. Оно вам не нужно, согласитесь. Опачки. Франкенштейн пожаловал сам. Хорошо, раз ты так, давай с корабельчиков испробуешь. И моих стрелков. Так. Давайте еще птичек выставлять. Блин, а что, мне ничего не осталось, что ли, больше? Он что, на одних, что ли, домиках собирается выживать, я так понимаю, да? Ладно. А раз уж ты так решил, пускай будет по-твоему. Давайте вызывать, елки-палки, Франкенштейн этот опять здесь не в тему затесался. Давайте Минотавра и подрывников. Так, ну тогда стрелков еще придется выставлять. Так, отлично. Давайте птичек вызовем опять же. Нет, пока не будем это делать. Давайте тоже Ван Хельсинга вызовем. И вот так вот. Давайте уничтожать. И еще домик птичек. Так, здесь мы вот так сделаем. У-у-у. Не зря ли ты это сделал, браток? Я почему-то думаю, что очень даже зря. Так, Ван Хельсинга. Надо мне ядро. Ядро, ребята. Птички. Черт, довольно напряженный такой бой здесь у нас. Вы это сами прекрасно видите. Да, ничья. Ну что ж, бывает. Но бой был на самом деле, как вы видели сами, очень довольно напряженный. Даже мне понравился. Так, ну что ж, давайте тогда, наверное, следующую битву начнем.
Ничего я менять здесь не буду. Пойдем этой же колодой. Она вроде бы неплохо себя здесь показывает. Так что поехали. Ожидание противника. Так, хорошо, дали мне дом с птичками. Ладно, давайте так начнем. Для начала. И, наверное, вызовем. Опа, это что такое? Ого, это что-то новенькое, ребят. Такого я раньше не видел. Такого раньше не было. Так, а вот это ты, по-моему, зря, братишка. Ну, вроде как отбились. Так, вызывает мумию, значит, со своими скелетиками. Давайте так сделаем. Ага, у него еще тут хейт. Ладно, давайте подрывников. И еще птичек. Так, а следующим у нас будут пиратики. И горгульки полетят. Как раз то, что надо. Ну, по крайней мере, я так думаю. Так, ну что же. Давайте подрывников наших вызывать. Оу, как-то кисло получилось все, если честно. Давайте срочно дом с птичками. Ну и еще, естественно, вот так вот. Да, кстати, я же совсем забыл про этих. Ой, ребята. Там же новые эти у меня есть. Флаги, или как их там звать-то, я уже забыл. Да, надо было их делать. А я не взял. Потому что ступил. Нате вам молнию по полной программе. Да вот уж как-нибудь не так. Давай, давай, бомби. Так, кого тут вызовем? Наверное, Минотавра. Ну вы отбомбите или нет мне? Басу-то. Давайте, подрывников. Ну, забомбим, нет, успеем. Есть! Отличная была победа. Одолели мы этого врага. Ух, хорошо получилось. Так, ну что, в принципе, нормально. Так, наверное, и оставим. Хотя я хотел, знаете, что, ребят, сделать. Где у меня мои пушки выбираются? По-моему, здесь, да? Так, вместо взрыва Теслы. А я что, не могу поставить, что ли? Погодите-ка секунду. Ого. А я и не знал, что у меня есть вот эта карта. Слушайте, может быть, мне взять ее, а? Попробуем. Что она себя представляет? Алхимик, это хорошо. Сколько он? 5 энергии стоит. Ну, довольно, довольно дорого, если честно. Ладно, пускай пока он там полежит. Мы здесь можем с вами поставить. Что это, я уже забыл, делает? Так,
Созовите свои юниты боевым кличем, которые временно увеличивают скорость их передвижения и скорость атаки на 30%. Я даже не знаю, а здесь у нас вот такая есть пушка. Черт ее знает. Ну, давайте попробуем. Ни разу ее не делал. Так, и вот этих у меня можно, кстати, улучшить 500. Давайте, наверное, сделаем урон по области. Просто они хороши тем, что взрывают и наземные цели, и воздушные. В этом у них большой плюс. Все, отправляемся с вами в бой. Не знаю, может быть, я с флагом, конечно, погорячился. Любопытный факт. Однажды Ван Хельсинг одной стрелой убил двух птиц. Тролля и оборотня. Прикалываются, что ли? Так, и что же у нас тут получится? Ну, нам нужно 25 медалей набрать, чтобы заработать на сундучок себе. В принципе, это не так много, но и не так мало. Ух, понеслась. Кого дадут? Домик дали, ладно, начнем с него, пожалуй. С домика пиратов. Оу, пеликан. Это плохо, ребят. Пеликан-то тут как раз вообще не в тему. Если честно. О, а вот и ниндзя как раз демонстрирует четвертого уровня. Неплохо. Четвертый уровень — это вообще шикарно. Так, давайте наших подрывников вызовем сюда. Так, Ван Хельсинга запинали. Так, следующий у нас будет дом с птичками. Слушайте, ниндзя довольно крепкие, я так посмотрел по ним. Так, пиратики тут нападают с этой стороны у нас. Ну что же, осталось только расстрелять базу, и все. Победа за нами. Да, даже флагом не успел попользоваться. Как победа была за нами. Поехали далее. Нашли кого-то. Пока, ребята, у нас не было ни одного поражения. Была одна ничья и три победы. Так. С Теслой. Вот плохо, когда у него Тесла. Лучше бы у него были бы пушки. Да, ребят? Так, откуда он пошлет на нас войска? Ага, самурай. Я тебя прекрасно понял. Давайте Минотавра вызовем. Ага, он Франкенштейна вызывает. Ну что же, хорошо. Будем его бомбить. Ну, а здесь, естественно, будем расстреливать уже. Что там бомбит? Этой молнией какой-то, я так понимаю. Ладно. Молния так молния. 5 Франкенштейн. Не смогли добить.
Так, ладушки, давайте сделаем вот так. Ну давай, домик, быстрее, птичий домик мне нужен. Так, птичий домик готов. Опять пиратики. Как же без пиратиков-то? И взрывничков. Так, что-то молчит. Ага. Минотавра вызвал, да? Давайте так сделаем, подрывников. Еще домик. Стрелков. Так, ядро полетело. Опять же взрывничков. Вот и все. Готов огурец, как говорится. Так. Ну что ж, давайте приступим с вами к следующей битве. Пока ни одного проигрыша не было, и это хорошо. Но это долго продолжаться не будет, естественно. Ага, тоже с Тесла. Блин, фигово, очень фигово. Так, ну что, давайте, наверное, для начала вызовем Ван Хельсинга. Пускай он там идет, пока у нас. Так, он вызвал пиратиков у нас. Ладно, хорошо, мы тоже вызовем пиратов. И домик с птичками, естественно. Так, кого тут еще-то можно? Ну, пока ждем. Давайте, наверное, Минотавра теперь призовем. И пиратов. Так, он вызывает Франкенштейна. Посмотри. Хорошо. Придется как-то... Как-то тут обороняться, ума не приложу. Как, если честно. Но будем стараться выживать в этом хаосе. Да что такое-то, а? Он, честно говоря, заколебал своей магией. Давайте опять птичий домик ставить. Нам нужно атаковать. Опять Франкенштейн. Слушай, не слишком ли часто он стал вызывать здесь? Так, готов, Франк. Так, давайте горгулик наших родных тоже вызовем. И опять же птичек. Так, отлично. Ага, молния. Значит, он применяет здесь молнию. Вот в чем вся фишка его. Ну вот уж хрен ты тут попал, браток. Да-да-да, держи карман шире.
Так, давай Минотавра вызывать. Стрелков. И еще Гаргулей. Блин, успел все-таки, а? Успел гад забомбить. Ну ладно. Проиграли так проиграли. Че ж поделаешь. Хотя можно было реванш, наверное, попросить. Ну что ж, ребята, у нас с вами очередной бой. Так что приготовились. И вперед. Так, что нам тут? Ну, дали домик с птичками. Ладно, давайте его сюда поставим. Ага, вот он что делает. Бум. И все, да? Почти, почти забомбили, но... Оу! А вот это вот плохо, ребята. Это очень плохо. Но отбились, и это хорошо. Эх, будем опять на птичках как-то выживать, стараться, по крайней мере. Так, вот сюда надо Хельсинга поставить, чтобы он сносил эту ерунду, которая тут стреляет. И, естественно, не этих подрывничков моих. Вот так вот. Чтобы не расслаблялся. Ну какой, блин, потеря связи? Хорош уже. Вы что, издеваетесь, что ли, а? Так. Побежал Минотавр. Бомби базенку. Малорик разбомбил. Так, теперь вызываем Ван Хельсинга. Вот разбуянили, смотри. Ха-ха, вот это да. Заваруха-то. Заваруха, как не пруха. Давайте срочно наших стрелков. И горгулечки здесь свое дело доделают. Так, отлично. Давай, подрывнички, бегите. Ух, как раз в копов. Отлично, самое то, что надо. Все равно они не пройдут, как бы он тут ни старался. Как бы он тут ни пыхтел. Ничего у него здесь не выйдет. Давайте еще один домишко. И вот так вот, ядро, как говорится, на дорожку. Победа. Ну что же, ребята, на этом я, наверное, буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы увидимся с вами в следующих сериях. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч.